Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Светлогорский «Химик» сыграл по нулям с Оршей, а Ричицкий «Спутник» на своем поле уступил лидеру первой лиги Смолевичем. Третий представитель области «Локомотив» встречался с НФК «Крумкачи». Матч закончился минимальной ничьей. Сначала на 24-й минуте счет открыл железнодорожник Алексей Гудов, а затем на 65-й минуте гомельчанин Алексей Кравченко установил баланс матча, забив автогол и подарив одно очко воронам. После 22-го тура тройка лидеров неизменна – Смолевичи и Белшина, также Локомотив, который отстает на 7 баллов. Спутник занял строчку чуть ниже. У речицких футболистов в активе 36 очков. Химик на 10-й позиции. Определились победители первенства Беларуси по баскетболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. Первое место завоевала сборная Минска. За ними разместились спортсменки из Гродненской области. Замкнули тройку лидеров баскетболистки Гомельщины. Напомню, в сборную нашего региона входили представительницы Гомеля, Речицы и Светлогорска. В Гомеле завершились Олимпийские дни молодежи по боксу. В областном центре соревновались спортсмены 2002-2003 годов рождения со всей страны. Всего около 75 человек. По результатам соревнований на счету гомельских боксеров 10 медалей – 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. В общекомандном зачете сборная Гомельщины победила. В индивидуальном зачете в своих весовых категориях первыми стали Ирина Виноградова среди девушек и Александр Каревский, Данила Мороз и Виталий Старинский среди юношей. Тем временем определился состав белорусской команды на чемпионат мира по женскому боксу, который пройдет с 3 по 13 октября в российском Улан-Удэ. В сборную вошли и гомельчанки Юлия Панасович, Галина Бруевич и Виктория Кебикова. За 10 комплектов медалей поборются более 500 спортсменок из 50 стран. Напомню, на прошлом чемпионате мира в Нью-Дели белорусской команде удалось заполучить бронзовую медаль. Ее в копилку сборной принесла Виктория Кебикова. Гомельчанин Денис Сануонг представит нашу страну на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте. Будет разыграно 14 комплектов наград, а также квоты на Олимпиаду 2020 в Токио. По итогам командного многоборья станут известны 9 сборных, которые смогут выставить на Олимпиаде 4 атлетов. Спортсмены Гомельского района стали призерами международных соревнований по дзюдо в молдавском городе Бельцы. Победителем 17-го традиционного турнира стал Вячеслав Чуешков из «Березок». Еще один представитель этого филиала школы, Вячеслав Кривошей, занял 3-е место. Кроме этого, дзюдоист Степан Терешков из агрогородка Урицкая завоевал серебряную медаль. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».